Сегодня административный суд Франции вынес решение о том, что так называемая «Хартия о дружбе», подписанная 22 октября 2018 года между городом Арнувиль и оккупированным Ходжавендом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, аннулирована как незаконная, не имеющая никакой юридической силы и противоречащая международным обязательствам Франции. Слушания начались 28 февраля и завершились 29 мая. Это первое решение французского суда в пользу Азербайджана с июня 2013 года, когда азербайджанская сторона обратилась к французскому правосудию, чтобы разрешить вопрос попыток марионеточного режима в Ханкенде легитимизировать незаконную оккупацию исконных азербайджанских земель в Нагорном Карабахе и семи районах вокруг него. Есть все основания полагать, что данное справедливое решение французской Фемиды станет прецедентом для всех других незаконных хартий о дружбе, заключенных представителями незаконного оккупационного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.